Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Condemned 2, вторая серия. Мы в темном непонятном месте, только что спрыгнули оттуда сверху, то есть только что в предыдущей серии, потому что я уже успел от нее отдохнуть. Так, куда мы попали? Мы все так же преследуем Ван Хорна, сюжета пока никакого особо нет, вообще непонятно, что происходит. Зато у нас есть протез, отлично. Так, ладно, надо сказать, что игра что-то... Какой-то капец. Да, игра какой-то капец. Среди прочего, хочу заметить, насколько в игре хороший звук. Это офигеть просто. Большая часть ощущений здесь именно звуком создается. Настолько жутко все. Что просто мама не горюй. Так, ребята. Ребята, спокойно, давайте обсудим это. Костыль! Мы, похоже, в какой-то магазин для инвалидов, что ли, попали? Бляха-муха. Тихо, спокойно. Ну, пес, выходи! Твою дивизию. Хрен поймешь. Так, ладно. Что-то где-то вон там нездоровые звуки. Надо отметить. Ищешь старика? Сначала нас запусти. Так, ладно. По крайней мере, вы не эти черные нефтяные мазутные человечки. Вас зато сложнее убивать, конечно. По крайней мере, вы не такие страшные. Так, ладно. Ладно. Пока что все хорошо, спокойно. Тихо. Ага. И вот это я сейчас открою, и потом нужно будет туда идти, похоже. Что-то такое помню вроде как. Не помню. Подумай об этом, засранец. Если что-нибудь случится, если Ван Хорн помрет, ты не сможешь выяснить все ответы. Найди его, пока не слишком поздно. Не позволь злости стоить тебе главного твоего союзника. Кто это такой? Он похож на этого парня из фильма «Пила», да? Привет. Давай поиграем в игру. Погодь, они же отсюда сейчас придут. Ладно. Ладно. Ставим тут. Пусть сами выходят. А, скотина. Так. Короче, понятно. Да ты. Минус один. Фу. Так, там их еще двое должно быть. Насколько я понял. Ребята. Давайте все обсудим. Вон он. За этим стеллажом.
Давай, выходи уже. Смари прячется. Да ты... Скотина. На тебе! На тебе! Ай, молодца. Фу, еще один. Давайте оружие сменим, а то у нас сейчас это... Этот костыль, по-моему, уже сломается. Хотя нет, пусть остается пока. Фу, блин, да чего напряженная игра, офигеть. Так, ладно, где ты можешь тут быть? А, вот и ты, да? Да? Иди сюда, дорогой. Фу. Ладно, живем пока. Оружие сейчас ломается уже, поэтому давайте вот эту трубу лучше возьмем. Оружие в этой части быстро ломается, офигеть просто как. Я не знаю, с одной стороны разнообразит, но с другой, блин, как-то это странно. Как можно стальную трубу сломать за 3 удара? Хотя наш герой кабанище еще тот. Такой может. Тихо. Бляха-муха. Что-то это никогда... О, Ван Хорн. Блин, да что с тобой не так-то, ёлы-палы? Чё вообще с этой игрой не так? Что с тобой произошло? Япона мать. Мне туда идти, я не хочу. Чё у нас тут есть? Блин. Офигеть, я не хочу сюда идти. Ох, капец, как темно. Мне некоторые говорят, мол, прибавь гамму в видео, нифига не видно. Так смысл в том, чтобы ни хрена не видно было. Эта игра такая темная, простите уж, пожалуйста. Блин, относитесь с пониманием. Если тут будет светло, то какой смысл вообще в это играть? Япона мать, куда я попал? Это что за хрень висит? Кто-то идет. Ты чё хочешь? Уйди от меня, уйди, блин. Япона мать. О, блин! А! Ух, так, понял, понял, к этим не подходим штукам. Ой, блин, вот это я... Ой, ладно, ладно. 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 Ой, жесть. Я вообще не понимаю, что это за черная нефть, мазут, что это такое? Кто эти, блин, эта игра сходу как-то бросает тебя... Такие условия, что... Да твою же... Так, тут тебя не обойдешь, да? Где ты? Где? Уф, блин, я думал, сейчас улетит куда-нибудь. Вот это было бы печально.
Не, ну, ребята, это капец какой-то. Я не знаю. Это вообще ненормально, по-моему. Мне что-то так жутко давно уже не было. На ровном месте, здесь смысла-то особого нет. Ну, охереть. Охереть, как страшно. Ой, блин. Просто так не дотянешься, он быстрее тебя схватит, значит. Кругом эти, блин, инвалидные коляски, как в Silent Hill последнем. Там они к месту, не к месту были. Так, ладно, живем пока. О, аптечка. Капец. Ой-ой-ой, какой... Капец. Фу, ладно. Лезет, 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 скотина, лезет. Ладно, хоть вы дохнете с одного удара, но я все равно до усрачки боюсь. Так, ладно, туда не пойдем. Это что вообще? Больница какая-то, что ли? Где я нахрен? Ой, тихо. Чуть не это самое. Хватай оружие, дорогой. Уф, ух, неспокойно. Так, ладно. Ну давайте уже это будет выход отсюда. Спокойно. Ага, выход как же. Все хуже и хуже. Блин, что темно-то так? Я вообще ничего не вижу. Да, это какая-то больница, вон какие-то... Я не знаю, что это такое вообще. Что произошло в этом городе? Вертолеты летают, какие-то... Я уже ничему не удивляюсь. Но первой части тут не пахнет. Как-то кардинально в игре сменили стиль. Дружок. Твою мать! Проглядел. Так, нужно ли мне ружье? Я даже не знаю. Все равно с одного удара дохнут. А вот когда опять патронов эти кончатся, мне может настать натуральный кобздец. Ладно. Куда-то идем. Интересно, что этот значок значит в правом углу? Это, видимо... Нет. Продолжай искать Ван Хорна. Задание. Ну, ладно. Продолжаем искать. Какие-то провалы. Я же хрен попаду в такого быстрого врага. С мягким знаком. Так. А теперь ты чё? Чё так мутно-то стало? Ёлы-палы. Ну теперь вообще ни хрена не видать. Тихо, дружок. Твою, откуда ты-то взялся? Два патрона. Блин, выпустите меня отсюда. Я уже ничего не хочу. Я просто хочу... А, вот, смотри.
Так, как тебя тут схватить за приклад? Нет. Так. За приклад тебя схватить. Может зажать. А, можно просто так бить, понятно. Ладно. Так, вот и ты, Ван Хорн. Что происходит? Объясни мне, пожалуйста. Да. Какого? Офигеть. Что это было вообще? Это ты все тебе привиделось, что ли? Бросай! Эй, мы тут веселимся просто. Бросай! Теперь шаг назад. Руки, чтобы я их видела. Стой! Отпусти его. Это Дорланд. Мы нашли объект. Так точно. Что это такое было? Да забудь об этом. Послушай вот это. Они нашли меня. У меня не так много времени. Итан доверял тебе, я... Ты узнаешь голос? Его зовут Малком Ван Хорн. У нас совпадение. Да, Ван Хорн. Хорошо, Томаса сюда привезите. Нужно действовать прямо сейчас. Так точно. Доложись в SCU в течение часа. Да ты шутишь. Итан, помоги нам. Да офигеть. Что-то это вообще жесть какая-то была последние минут 10. Число, блин. Как-то слишком туго было в наушниках такое играть, это капец. Первую серию я еще записывал вечерком, а сейчас-то уже ночь, уже страшно. Команда поиска, доложитесь. Дорланд здесь. Крыша в безопасности. Леру здесь. Сейчас, говорит, мы тут устроим. Никаких признаков активности. Удачи вам. Принял. Итан, ты с нами? Слушай, ты согласился нам помочь? Хочешь проблем? А я тебя обратно в твою коробку направлю. Отвали. Итан, что с тобой стало? Ты вообще на себя не похож. Странно, как-то они сменили внешность. Был азиат, стал европеоид. Так, мы сейчас, похоже, с ними будем искать Ван Хорна. Но уже, по крайней мере, не в одиночку, да? Фу. А эта негритяночка, это была... Как-то в первой части звали-то агента ФБР, которая нам помогала. Это она, я так понимаю. Только она там более такая квадратная была. Мужеподобная. Фу. Блин, долго грузится. Давай проясним одну вещь, мистер Томас. Ты здесь помогаешь нам найти Ван Хорна. Ничего больше, понял? Да в чем твоя проблема, Дорланд? Ты алкаш. На, говорит, ознакомься с оружием. Так, мы с командой спецназа. Так, я уже научился стрелять. Так, патроны ограничены. Смарик у нас... All right,
Так, мы заходим с крыши. Телефонные записи говорят, что звонок был отсюда. Конечно, это было в самой худшей части города. Что мы ищем, Роза? Тело, возможно, два. Да, два урода, говорит, более важны, чем куча народа на улице. Так, это похоже на наркопритон какой-то. Ну, Condemned, чё ж тут удивляться. Но, по крайней мере, это начинает напоминать именно Condemned. Это потому что то, что было в первой части, это был какой-то, я не знаю. Команда поисковая, перегруппируйтесь на меня. У нас дробовик с коллиматором. Зачем дробовику коллиматор? Хотя лишним не будет. Так. Приготовьтесь к входу. Держитесь подальше от двери. Прыгай. Access the lockbox over there and reload your weapon. Получи доступ, говорит он, к тому оружейному шкафу и перезаряди оружие. Ладно. И чё, сколько у меня теперь патронов? Теперь 8, это по максимуму, я так понимаю. Скотч какая-то. Какой-то спрей. Блин, опасно. Ляру, ты там? Что-то Ляру особо не видать. Да, дыра еще та, похоже. Мистер Томас, проверь. Напомню, неоправданное применение силы не приветствуется. Да всем насрать на этих наркош. Это кто такой-то? Офигеть. Все лучше и лучше. Ушел, похоже. Ладно, возвращаемся. Okay, let's keep moving. Ладно, давай двигаться. Чё-то, ребята, мне все это меньше и меньше нравится. Какие-то эти парни странные. Мистер Томас, взгляни-ка на это. Чё там, Ляру? Метварь. Так, ладно. Ой, ее лупало. Ух, тут сейчас пахер, наверное, от этого метамфетамина. Ну да, как я и говорил, притон. Здесь варят. Так, выпить? Что тут выпить можно? О, бухло! Хренась это из горла. Что это нам дает? Так, ребята, вы меня как-то прикрываете, я не знаю, что ли. Есть кто? Хозяева, ау! Ладно. Так, тут ничего. Куча тряпья какого-то, мусора. Дыра еще та. Так, ну вроде пусто, да? Ладно. Бухло. Как видите, кончается. Подожди, а что это такое?
Так, блин, что мне делать? Подожди. А, вот, молодца. Ты первый, мистер Томас. Медленно. Ой. Ох, твою мать. Кого вы там нашли-то, ёлы-палы? Блин, я думаю, свой не свой. Топают они, как слоны, конечно. Так. Лифтовая дверь должна быть спереди, пойдем. Так, давайте заглянем сначала в номер 508. А я могу как-нибудь, я не знаю, долбануть прикладом? Хорош. Блин! Что это было? Это был баг, я так понимаю. Двойной причем. Сначала он появился из воздуха. Видимо, рассчитывал на то, что я буду больше вошкаться. Второй баг, то, что он исчез в итоге. Ладно. Отличное начало. Пару патронов ушло на него. Зря я сюда пошел. Ладно, будем считать, что это в порядке вещей. Люди появляются из воздуха и туда же исчезают. На пьяную голову. Че это не привить, верно? Так, 507. Над нами кто-то бегает. Городские новости. Добрый вечер, я Сара Брентон. Городские новости. Tony is perhaps best known for his work last year during the SKX murders, and we're very excited to see and learn what he. Короче, новый раздел на телевидении называет улицы и уведет новый парень, который хорошо разбирается в том, что происходит. Никто не понимает, что происходит. Понятно. Просто констатирует факты. В городе творится какая-то чертовщина. Так, ничего туда, что ли? Аккуратно. Вон там за дверью. Картина, судя по всему, висела в лучшие времена. Так, ладно, дверь заперта вроде как. Ой, блин, да чё ж вы пугаете-то меня так? Фу. Мы достигли лифтов. Приняла. Okay, ладно, Итан. Тебе нужно найти Ван Хорна. Я загрузил тебе все инструменты, давай начнем. Было два выстрела в записи. Наверное, мы ищем два тела. Один Ван Хорн, а другой полицейский. Судя по звуку, два выстрела были из одного и того же самого оружия. Револьвер 38-го калибра. Так.
Какие-нибудь офицеры докладывали из этой зоны на время звонка? Any officers reported in the area during the time of the call? We've been informed that a metro officer in the area is no longer responding. Один офицер не отвечает. Найди его. Возможно, ему нужна поддержка. Так, давай двигаться. На заднем плане был какой-то сильный шум. Когда его просканировало, похоже, что это метро подземное. Поезда ездят в этой части города? Да, метро ходит в этой части города. We're going to check out the rest of this wing before moving on. LaRue remained here. Mr. Thomas, you're with me. Пока что, говорит, ничего не понятно, потому что тут мы нашли. Давай осмотрим остальные части этого крыла. Ну что, давайте на этом прекратим, наверное, эту серию. Могу сказать, что вот сейчас игра вернулась в привычное русло, уже похоже натурально на Condemned, а то, что творилось на... То замолчи. А то, что творилось вначале, это был капец какой-то. Там что-то вообще страшно было. Тем не менее, пока что все нравится. Вот такой вот детективный момент. По-моему, круто. В первой части, я еще помню, прикольные были разнообразные судмедэкспертизы. Там расследовать тела, улики всякие с помощью приборов, как в сериале CSI. Тут, я думаю, тоже это вернется. Но сначала нам, естественно, нужно найти два этих тела. Будем искать. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.